цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка – это целый набор для спальни под названием «Уютный дом» в рамках грандиозной распродажи и бесплатной доставки от 1990 рублей. Слушай, у нас финальный день нашей акции, последняя возможность воспользоваться двойной выгодой. Я надеюсь, вы успеете. Ну а представит наш набор для спальни под названием «Уютный дом» Юлия Колосова. Кстати, Юлечка, она лично выезжает на фабрике и подбирает для вас все самое лучшее. Поэтому лично руками Юли все проверено. Так, конечно же, предложу сегодня то, что понравится всем. И для загородного дома, и для городской квартиры будет отличным набор спальных принадлежностей. Входит туда сразу все. И подушки, и одеяло. Более того, что мне нравится, сюда добавлен современный материал. В одеяле шерстипон. Это уникальный наполнитель, в составе которого 30% натуральной овечьей шерсти. Угу. А это тепло и комфорт даже при достаточном количестве наполнителя. А еще у нас нежный приятный, приятный дышащий и гипоаллергенный чехол из современной микрофибры. А это значит, не обязательно такое одеяло заправлять под одеяльник. Мы себя избавляем от лишней стирки. Весь комплект выполнен из этой дышащей комфортной ткани, подушки тоже, и они допустимы тоже к стирке. То есть простой уход, я считаю, сегодня это преимущество в то время, когда мы живем на бегу и некогда. А здесь уход элементарный. То есть мы можем постирать дома в стиральной машине. Совершенно верно. Это целый набор. 28 июня последний раз мы представляли вашему вниманию такой набор. Впервые, кстати, ну и все, тогда мы закончили все продажи в этот же вечер. До вечера все распродалось полностью. Сегодня мы представляем вам три цвета на выбор. Вот это синий цвет. Кстати, друзья, еще раз представьте, гости приедут, вам можно не заправлять под одеяльник, наволочки. Прям так предложить, правильно я тебя понимаю? Совершенно верно. Набор для спальни «Уютный дом» не обязательно заправлять наволочки под одеяльники. Розовый цвет. Какой нежный, какой приятный. Просто вот, ты знаешь, вдохновляющие, расслабляющие оттенки. Глядя на них, неженько, хочется использовать это одеяло еще и как покрывало. А вот этот коричневый цвет. Посмотрите, какие красивые комплекты. И задумайтесь, ваши подушки, ваше одеяло тоже такое красивое. Сомневаюсь. Оно шилось специально для телеканала Shop & Show. Итак, помните, я вам говорила, вы можете выбрать свою комплектацию. Первая комплектация. Полутораспальный размер одеяла и одна подушка 50 на 70, 799 рублей. Далее, полутораспальный размер и одна подушка 70 на 70. Еще у нас есть двуспальный и евроразмер, где вы сами выбираете количество подушек. Ну, какие, большие они будут или маленькие. 50 на 72 штуки. Либо 70 на 72 штуки. Вы можете заказать сразу несколько комплектов, чтобы у вас было сразу 4 подушки для красивого оформления королевской кровати. В любом случае, цена у нас сегодня максимально снижена. Такой цены не будет больше никогда на нашем телеканале. Скидка 1000 рублей. Ну и бесплатная доставка вам гарантирована, если вы закажете спальных принадлежностей любых других товаров на нашем телеканале сегодня на сумму 1990 рублей. Вот, и бесплатная доставка тогда точно случится. Юль, смотри, я же тебе сегодня рассказывала, да, как я 13 лет назад, ну, из роддома принесли ребенка, я еще ничего не понимала, памперс я меняю ему, да, и тут, ну, сами знаете, как это бы... и понимать, что все, подушка, одеяло все мокренькое, все в стирочку. А у меня подушка пух-перо, а одеяло было из ваты. Ватное такое, ну, хорошее достаточно. Все, я постирала, все скомкалось, я выбросила, понимаешь? Потому что все это свалялось дело. Что у нас здесь за наполнитель? Почему ты сказала, что можно стирать? Да, наполнитель здесь нового поколения. Покажу, у меня есть образец, любезно предоставленный нашими производителями. Это шерстипон. Конечно, ну, кто-то слышал это слово, кто-то нет. Какое здесь главное преимущество? Натуральная овечья шерсть в составе, ее здесь 30%, и сделана слоями, да, и вторые слои, то есть сначала шерсть, потом полиэфирное волокно, вот оно как раз не дает в комочки скатываться нашему наполнителю, и одеяло можно стирать, вот твое было нельзя, Оля, поэтому оно испортилось, а наше прослужит дольше, потому что его в любой момент можно будет освежить, а самое главное, оно быстро высохнет и не будет сохранять в себе влагу, значит, не будет гнить и не будет развиваться патогенная флора. И пахнуть плохо не будет. И не
будет неприятного гнилостного запаха, даже если ты оставляешь на зиму на дачу. А как правильно стирать? Вот скажи, вообще, в чем отличие, когда мы вот стираем, мы ватное одеяло, почему оно скомкивается? И почему шерстипон... Ватное одеяло вообще нормально. Нельзя стирать. Я вам покажу сейчас вот эту разницу. Вот она, вата, посмотрите. А с другой стороны, шерстипон, наш наполнитель, который в нашем одеяле. Да. Посмотрите, какая разница. Вот она, вата, которая уже никогда не восстановится. А это ваше любимое одеяло. Все, на выброс, понимаете? А наша быстро выстиралась, сохранила свою форму, высохнет, еще распрямится, станет пышным и не будет сохранять в себе влаги, значит, развивать бактерии. А это значит забота о здоровье всей семьи. Конечно, мы заботимся о нас, милые женщины. Вот и сейчас, пожалуйста, возьмите вашу подушку и прям сильно ручками вот так вот ударьте. Если вы чихнули, если вы увидели, как много там пыли, значит, вашу подушку нельзя стирать, она совсем запылилась. Вы представляете, сколько всего там живет? Лучше об этом не думать. Вашу подушку теперь можно будет постирать, как и одеяло. Сегодня целый комплект вы получаете от 799 рублей. Кстати, эта цена действует только сегодня. Это самая выгодная покупка сегодняшнего дня. Завтра такого предложения уже не будет. Торопитесь сделать свой выгодный заказ. Кстати, о подушках. Давай посмотрим и проверим, насколько она быстро восстанавливает форму. Не надо ее взбивать ночью, а? Ты знаешь, взбивать не придется. Как пух первого хорошо восстанавливает форму. Наша подушка, я вам это сейчас как раз продемонстрирую. А это говорит о том, что можно ее стирать, а потом надо сушить на горизонтальной плоскости. И тогда она сохраняет свою форму. И она тоже гипоаллергенная. И очень-очень хорошо поддерживает шейный отдел позвоночника благодаря пружинистой структуре фабертекса, современного материала, который внутри. Качество пошива тоже, Оля, посмотри, я думаю, ты практичная хозяйка и оценишь. Вшивной кант, крученый, а значит, можно стирать машинки, даже подушку. Прекрасно. Да. А одеяло, скажи, пожалуйста, здесь почему оно не сваливается в один комок? А потому что, смотри, обычно стежка бывает, как правило, только вот здесь по периметру, а наша, видишь, по всей площади. Держит надежно наполнитель, и он не сбивается. Так, у нас три цвета, помните? А помните о том, что вы можете сегодня выбрать еще и свою модификацию. Полутораспальный вариант с одной подушкой 50 на 70, 799 рублей. Также у нас есть полутораспальный с подушкой 70 на 70. И есть варианты евро и двуспальный размер одеяла с двумя подушками, выбор за вами. Да. Либо две подушки 70 на 70, либо две подушки 50 на 70. Выбирайте свои новые комплекты, заботьтесь о себе, о вашей семье. Сегодня цена позволяет. Это самая выгодная покупка только одного дня.